Доказать свою невиновность в ДТП через суд станет проще. Госдума приняла проект поправок. Теперь запись с видеорегистратора является вещдоком. В Северодвинском суде сейчас как раз ведется дело, в котором именно видео с регистратора помогает выяснить новые обстоятельства аварии. Мотоциклист напоролся на учебную машину. ДТП произошло еще в июне 2015 года на Архангельском шоссе. Благодаря записи видеорегистратора, ехавшего сзади авто, дело рассматривается в суде. Адвокаты обратились к экспертам, которые тщательно анализируют видеозапись по стоп-кадрам. Это позволяет определить расстояние между транспортными средствами до сантиметра. По стоп-кадрам можно было определить, сколько этих лыжных ограждений проехало транспортное средство, соответственно, какой путь оно преодолело. Там до столкновения, после столкновения, точностью до сантиметра. То есть видеозапись, она существенно помогает в расследовании в событии ДТП. Как показывает адвокатская практика, показания свидетелей чаще всего субъективны, а видео – железное доказательство. Главное, чтобы оно было хорошего качества и на экране регистратора стояло число и время ДТП. Для доказательства подойдут и записи очевидцев. Видеорегистратор в большинстве случаев помогает нам определить, значит, кто из водителей нарушил правила дорожного движения, то есть разобраться в ситуации, которая произошла на дороге. Обычно видеозапись скидывается на CD-диск, и он прилагается к материалам дела. Сторонам приходилось доказывать его происхождение видеозаписи, откуда она произошла, то есть кто снимал, вызывали свидетели, как-то легализовали эту запись, то в данном случае упрощается процедура. Теперь, согласно новым поправкам в закон, достаточно сослаться на наличие видеозаписи с регистратора, и ее приобщат к делу. Валентина Приходько, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.